ФСБ России ежегодно проводит конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности и их сотрудников. Работы должны быть этого или прошлого года. Конкурс проводится по 6 номинациям. Заявки могут быть индивидуальными или коллективными. Они принимаются до 1 октября текущего года, а итоги подведут в декабре.